только там через него может мяч пойти с касанием, тогда стояться поглубже. Здесь, наверное, и на повторе мы видели, чтобы локота не было, поэтому Маркину очень сложно было эту точку предугадать, как мяч полетит. Вот динамовцы уже комбинируют, но не забивает Ильиных, а «Зенит» в контратаке 16 очко набирает. Перерыв. Может быть, какие-то неожиданности? Ну, неожиданности.